С добрым утром. Едем. Сегодня долгий день будет. Я не знаю, запишу ли я все, умещу ли в один ролик или нет, но начну, а там как пойдет. Первым делом сейчас только рассвело. Едем проверять, еду проверять капканы. Что-то мне подсказывает, меня ждет там сюрприз. Но сейчас покажу. Такая вот у нас погода на горе. Какая-то злая тучка застряла, наверное, на нашей горе. Ну, почти на вершине. Вершина там чуть левее. Такое у нас часто бывает, что на горе туча, а вниз в долину съезжаешь, там сон. Опа. Мы здесь не одни. Ну вот. А вниз съезжаешь в долину, а там солнышко. А бывает наоборот. Там у них дождь идет, а у нас наверху солнышко. Поэтому, если не жить жизнью негативной, не заострять внимание на негативе, а объективно смотреть на вещи, то понимаешь, что 50-50. Когда у нас плохо, у них хорошо. А когда у них дождь, а у нас солнышко. Главное уметь видеть не только негативное, но и позитивное. Вот так вот начинаем утро. Сейчас пойдем капкан смотреть. Я обычно всегда капкан проверяю вот с этим вот, с этой пуколкой. Но сегодня мне придется работать удаленно. Поэтому сегодня мы берем с собой штучку с прицелом. Потому что удаленная работа – это такое дело. Я вот все пока не могу придумать, как мне лучше, куда мне пистолет добавить. Потому что тут, когда я на медведя хожу, у меня ружье вот так вот висит. Кстати, все обещал показать, не забывая, как я ружье ношу. Вот так вот это выглядит. Здесь кармашек такой, ну, небольшой под приклад. Здесь оно висит. На крепится, ну, ствол держится. Здесь, то есть, если зверь выходит, я, в принципе, по птице охотился. С ружьем, с таким же образом. То есть, птица, собака поднимает птицу. Я буквально за секунду могу поднять это ружье. Ну, или в данном случае винтовку. Просто вот таким образом. Очень удобно. Сейчас закреплю обратно. Не мешается никак. То есть вообще никак не мешается. Здесь расстояние достаточно. То есть в лицо она мне, когда я приседаю, там под ветки, наклоняюсь, еще что-то. Вообще никак не мешается. Руки полностью свободны. Гармин за собаками следить я ношу здесь. Здесь у меня обычно поводки для собак. То есть если надо их под деревом, они загнали кого-то, я хочу, чтобы они шкурку не попортили. Я быстро поводки достаю, привязываю к какому-нибудь дереву, к соседнему. И уже это добываю. Здесь у меня, вот здесь я ношу бутылку с водой или термос с чаем, вот в этом кармане. Но сейчас мне короткая вылазка, поэтому мне это делать не надо. Вот здесь у меня кармашек под... Сейчас я покажу. Такой небольшой кармашек под... Либо у меня здесь перчатки, ключи от машины. По мелочи какие-нибудь штуки. Манок, запасная батарейка, пауэрбэнк. То есть что-нибудь такое по мелочи здесь помещается. И возникает вопрос. То есть, черт, здесь гармин, здесь ружье, там рюкзак. Куда мне? Пистолет вешать. То есть, ну, сейчас это пуколка, но если я, например, на медведя когда пойду, у меня будет посерьезнее пистолет. Куда мне его цеплять? Здесь будет, блин, постоянно биться об этом, об прицел. Здесь особо места и нет уже. Как так? Ну тогда не нагнешься, потому что будет мешаться, будет упираться. Назад слишком далеко. Я не дотянусь сюда. Вот тут как-то вот непонятно. С короткостволом. Как бы получается, что и... Некуда мне его сувать. Дилемма. Ладно, пойдем капканы проверять. Так, вот капкан, в который у меня пока никто не попадался, но здесь кто-то явно порылся. Потому что вот туда я наживку прятал, ну, приваду. Кто-то хорошенько покопал, даже эти камни вытащил оттуда и засыпал этими камнями капкан. А сам капкан где-то здесь. Опа! А вот и капкан. Ну, кстати, вот сразу косяк. Видите, там грязь набилась, земля, камень, вот этот камень. И палка легко выскользнула. Поэтому надо... Ну, собственно, я про ситчик уже говорил.
Но тут косяк в том, что кто-то рылся и камни эти накидал сверху. Поэтому, если кто-то и попался в этот капкан, то, наверное, бы он смог вытянуть лапу, потому что камень помешал закрыться до конца. Видите, вот этот камушек торчит. Ладно, сейчас снарядим по новой и приправим по новой. Ну, значит, я его зарядил по новой. Сейчас я присыплю листвой, там, немножко землицей. И туда селедки напихаю. И можно дальше идти проверять другие капканы. Так, значит, раскрою все карты. У меня же стоят фотоловушки на некоторых капканах, которые мне через смс-ки шлют фотографии. И прошлой ночью мне пришла фотография. Ну, вот такая вот. Сейчас вы ее здесь увидите. Ну да, в общем, это скунс. Попался в капкан на енота. Ну, собственно, обычно скунсы, опоссумы и еноты попадаются в такого рода капканы. Со скунсами такой косяк. Они воняют. Поэтому, но говорят, есть вероятность добыть его, умертвить его так, чтобы он не обрызгал струей, ну и не завонял. Значит, два варианта есть. Первый вариант – это, говорят, иголкой с ацетоном, шприцом, на какой-то длинной палке его тыкают, и он химически так умерщвляется. Но это не мой вариант, потому что я потом мясо буду есть, так что не хочу никакого ацетона в него вводить. Вот. И второй вариант, говорят, надо издалека по легким стрельнуть. Ну, то есть, если он меня не будет прям вплотную видеть, он не будет меня видеть как объект угрозы и не будет знать, куда брызгать. Поэтому я взял винтовку с прицелом оптическим, мелкан, чтобы издалека его добыть, умертвить. Поэтому сейчас я замолкаю, ну, там впереди метрах 200, наверное, капкан. Сейчас подойду, сколько сквозь туман смогу увидеть, не знаю, но попробуем. Ну и расскажу, что произойдет. Но полиции я не хочу, поэтому разговаривать там не буду. Стрелять буду вот таким коротышом вот слева. Это обычный патрон на мелкан. А справа это коротыш. Шорт называется. Он должен быть тише. Ну, конечно, слабее, но скунс должно хватить. Так, ну, внезапный поворот событий. Вот капкан, который на енота. Но я совершенно не рассчитывал, что в него кто-то попадется. А в нем тоже сидит скунс. Тот, который у меня с фотоловушкой, он там гораздо дальше. Такой красивый зверек. Ну, сработал. Не брызгал, вообще не пахнет. Потом домой отнесу, достану эту железу вонючую. Шкурка у него, конечно, необычная, очень черная. Ну, здорово. Мясо съедим, шкурку выделаем. Так, ну пойдем теперь ко второму, где у меня фотоловушка. А второй скунс должен сидеть. Да. Это, конечно, намного симпатичнее. Но они все симпатичны. Ну, попробуем. Заодно сейчас выстрел услышать от этих коротышек. Очень тихий выстрел. Ну, довольно тихий выстрел. Вроде не брызнул. Все-таки второй немножко успел поддать. Ну ладно, что ж поделать. Ну не сильно, нормально. Может, я уж принюхался. Вот первый. С таким причесоном. А вот второй, смотрите, какой красивый. У него еще на мордочке белая полосочка. Шикарно вообще. Ну ладно. Пусть они пока проветриваются, а я пойду схожу, проверю. У меня еще два капкана там на дальнем кордоне. Может, енот попадется. Ну, видно. У скунсов шабаш был прошлой ночью. Прям в соседние два капкана, два скунса. Но это на самом деле хорошо, потому что я месяц назад хозяевам этой земли 8 или 9 куриц привез. И почему? Потому что у них 2 осталось. А раньше тоже у них было дофига. Потому что кто-то съедает их постоянно. Оказалось. Ну, кто-то. Лисы, койоты, скунсы, опоссумы. Скунсы тоже, ого-го, как убивают куриц. Ладно, идем проверять дальше.
Так, а вот тут кто-то съел всю, выел всю приманку оттуда изнутри. Но почему-то не сработал. Не сработал этот капкан. Сейчас я палец свой туда не буду совать. Но сейчас я попытаюсь продемонстрировать, как это работает. Попробуем этот пошевелить. Там, понимаете, опять же, надо, чтобы он зверь залез, туда лапой схватил, и вот это оп. Ну вот. Чтобы этот язычок вверх поднялся и срабатывает пружина. И вот здесь вот зажимается. Ну, она просто сломала палку пополам, но здесь лапа зажимается. Ну, кстати, лапу еноту не ломает. И я отпускал. Кого же я отпускал в прошлый раз? Кого-то я отпускал. Енот. Я не стал показывать, но я отпускал его. Просто я ему на голову наступаю, на шею, чтобы он меня не укусил. Ногой держу голову. А рукой, вот так вот, одной рукой сжимаю. Вот так вот. И он лапу достает и убегает. Ну, вот я, значит, там у меня селедка, как это сказать, да, блин, слова забываю, масло из-под селедки. Олег недавно был в Бруклине, в русском магазине, привозил селедку мне в подарок. Там у меня сардины и селедочное масло. Ну, короче, аромат, вы не представляете, божественный. Так что я подзаправил все капканы. Можно двигаться дальше. Сейчас я этих скунсов отнесу. Я не знаю, сколько сейчас время, но мне, наверное, не успею их сегодня шкурить. Я их, наверное, в морозилку просто положу. И потом когда-нибудь в конце недели ошкурю тогда. А может, сейчас сделаю по-быстрому.